Служба по охране объектов животного мира провела совещание с охотпользователями. Главный вопрос – образование в области ассоциации охотников. Все-таки идея о создании централизованного органа, который сможет координировать работу районных обществ, перешла в разряд необходимости. Дело в том, что решать все проблемы охотников исполнительная власть не уполномочена. Для этого и нужна ассоциация. В штат войдет юрист, охотовед. Будет и свой третейский суд для решения частных споров. Ассоциация будет создана в любом случае, документы сейчас уже готовы. И я прошу к этому идти серьезно, и все-таки туда вступить должны, я думаю, все. Мы заставлять никого не будем, безусловно, это ваше личное право. Но ассоциация даст преимущество того, что все, по крайней мере, организационные проблемы, все организационные проблемы, юридические, охотоведческие, которые мы, в силу того, что просто физически служба не может с каждым общаться и эти вопросы решать, вот этим всем должна заниматься ассоциация.